Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости канала. Я с покупочкой. Давно ничего не покупала. Ну, это такую орхидейку все знают. Купила в Леруа. Росток фирма. А вот это GMP в Леруа. Называется... Тест, какие-то там цифры, Мантакаль. Но это биглип. Чуть позже сниму, уже без упаковки. Так, ну вот, поставила их опять на стол. Хорошие блестящие листики. Здесь пара бутонов сбросит, не сбросит. Цветов здесь совсем немного. А вот здесь, конечно, цветочков много. Так, ну здесь как-то осветляет. Немножко более насыщенный цвет. Не знаю, как снять. Ну, люблю я вот такие вот интересные орхидейки, биглипы. Обычно у нас сразу разбирают все что-либо более-менее интересное. А этот цвет такой, ну, как бы обычные орхидейки, таких всегда много такого цвета. Стоял в серединке, видимо, его не заметили сразу. Поступление было вчера, а я ходила сегодня. Бедный туда-сюда, во все стороны. Пожалуйста, во все стороны цветы. И с другой стороны, пожалуйста. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.